Недельный гороскоп с 22 по 28 мая. Овны. Все, что сейчас происходит, однозначно к лучшему, поэтому не страшитесь перемен и следуйте в русло своей судьбы. Возобновятся связи со старыми коллегами, друзьями, проживающими вдалеке. На горизонте появятся новые партнеры, и отношения с ними складываются как нельзя лучше. Тельцы. Прилив энергии поможет вам успешно решить все поставленные на этой неделе задачи. Имеет смысл подытожить достижения и наметить стратегию действий на будущее. Но постарайтесь не мечтать, а подойти к этому рационально. Благоприятное время для финансовых операций. Вероятно, что самым близким понадобится ваша помощь. Близнецы. Вы можете почувствовать себя очень неуютно и внутренне дискомфортно, если будете ленивы, пассивны или подозрительны к окружающим. Новый взгляд на положение вещей принесет подведение итогов прошлых событий и открытие новых перспектив в работе. В трудную минуту на помощь придет интуиция. Раки. Этот период связан с самосовершенствованием, личностным и духовным ростом. Возможно, получение информации, которая изменит ваши взгляды на жизнь в целом. Рекомендуется воздержаться от крупных незапланированных покупок. Ваши благородные поступки не останутся незамеченными. Более того, привлекут столько внимания, что вы почувствуете себя неловко. Лев. От типичных проблем, которые приходится постоянно опасаться в другие дни, сейчас избавит счастливый случай. Старт любого дела с вашим участием будет позитивным, кроме дел с недвижимостью. В затяжных процессах возможны лишь отдельные подвижки. Дева. Вероятно, сейчас вы получите неожиданную новость, которая внесет коррективы в намеченные планы. Не исключены в этот период и осложнений со здоровьем. Постарайтесь воздержаться от всего, что могло бы принести вред вашему организму. Это касается как пищевых продуктов, так и действий, связанных с возможным травматизмом. Весы. Хорошие известия и удачные совпадения будут радовать вас в течение всей недели. Можно будет без особого труда разобраться с финансовыми вопросами, но в остальном для получения положительного результата придется поработать. Покупки, особенно крупные, лучше делать во второй половине недели или отложить на более поздний срок. Скорпионы. Не бойтесь принимать решения. Сейчас ваш подход к делу отличается исключительной грамотностью. В крайнем случае вы можете быстро минимизировать потери и обратить недостатки ситуации в достоинство. Стрельцы. Эмоциональная и физическая составляющая вашей жизни идет на снижение. Много ожидает чувства неудовлетворенности происходящим, недовольства собой и своим поступком. Текущие дела представляются в виде сложного комплекса проблем, но в действительности все не так плохо, и вскоре в этом убедитесь. Козероги. Не все задуманное получается. С решением важных профессиональных вопросов лучше не спешить. Есть риск совершить серьезную ошибку, наломать дров. В финансовой сфере также не все благополучно. Ожидаемые денежные поступления задерживаются. Многие представители знака тратят больше, чем следовало бы. Водолеи. На этой неделе сложится вполне удачно. Результаты ваших усилий превзойдут все ожидания. Несмотря на то, что дел у вас будет много, вы справитесь со всеми. Еще останется время на отдых и общение с близкими. Возможно, новые знакомства. Не исключена неожиданная встреча с человеком, который вам не безразличен. Рыбы. Могут возникать серьезные разногласия на работе. Решение важных для вас деловых вопросов лучше отложить. Вам едва ли удастся добиться цели. Выполнение привычных обязанностей отнимет больше времени, чем обычно. Хорошо, если рядом будет человек, способный помочь или хотя бы подсказать, как лучше поступить.